Алейкум, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Борода, это Флейта Двенча, и мы продолжаем проходить ее. Сегодня на повестке дня у нас вторая глава — Оазис. Ну что ж, поехали. Этапчик 2.1. Отправляемся в бой. По героям у меня пока что ничего не поменялось, потому что без вас я, дорогие зрители, не играю. Ну и, соответственно, будем выбивать сейчас кого-то. Так, 5 героев. Нет, 6 героев против меня. 2 Дина. 2 обезьяны и 2 человека. Ну что ж, все 9 уровня, и это будет довольно сложно для меня, несмотря на то, что у меня есть один 20 и один 14 уровня. Все остальные там у меня по первому уровню, потому что их я наотрез отказываюсь качать. Возможно, это послужит мне уроком, когда я проиграю. А с другой стороны, я и проиграю, но это как бы несовместимые слова, и я не собираюсь этого делать. Поэтому сжали кулачки, хилим кенгурушку и надираем задницу мартышкам. Все просто. Я не проиграю. Правильно? Правильно. Но что-то кенгуру подсел по хп, что-то мне подсказывает, что сейчас он может упасть. Смотри-ка, как бушует чертова мартышка. Она прям кидается на меня со своими кулаками, пытается раздереть меня. Хорошо, мы прошли этот этап, и сейчас я задумался о том, чтобы все-таки... Так, попытайте удачу выиграть суперприз. Фонтан желаний. Фонтан желаний. Ну, давай, фонтан желаний, я попытаю. Один раз, давай. Говорится, один раз не пи. Ну, вы поняли, да? Хорошо, топорчик двухзвездочный мы вытащили. Окей. Я могу еще, да? Давай еще, отлично. Я обожаю халявные попыточки. Так, ну ладно, вот это хватит. Хватит этого, я вам говорю. Да-да-да. Так, что мы получили? Давайте посмотрим. Кстати говоря, стоп. Прежде чем посмотреть, надо перейти на следующий этап. А теперь можно смотреть. Хорошо. Мы выбили что-то вкусное. Я там точно видел. Так, хорошо, синенький топорчик выбили. 218 атаки. Неплохо, мне это устроит. Хорошо, здесь тоже тогда заменяем этот топорчик на 38 атаки. Блин, прикиньте, какая разница в цвете. 38 атаки за двухзвездочный, но зеленый. И тут 38, но синий или фиолетовый, не знаю. Ладно, не будем. Не будем на этом заморачиваться. Хорошо, давайте поднимем этим мобам хотя бы по 10 уровню. В принципе, это не так затратно и зашкварно. Поэтому я могу себе это позволить. И они хотя бы будут на одном уровне с другими воинами. Ну и, соответственно, хотя бы бои будут проходить быстрее. Правильно? Правильно. Окей, офлайн лут собрали. И погнали в бой. Что, давайте посмотрим, изменится ли теперь исход. Вот ты, ёшкин кот. Смотри, тут свиньи-то с сопрой под носом по 12 уровню. Ха. Придется повышать до 15 всех, чтобы опережать хотя бы на несколько игр вперед их. Вот это зашкварно, если честно. Они убили первого Дина. Мы убили вторую мартышку. Пришло время свиньи. Ну что ж, свинка, готовься. Будет барбекю. Если любишь стейки со свинины, поставь там палец сверху. Окей? Так, убиваем вторую свинью. Ну что, по-моему, бой идет быстрее, да? Так что это определенно того стоило. Кстати, у меня стоит шаман, а у него петух в руках. Вы это видели? Я только заметил. Ё-моё. Выглядит, если честно, не очень. Отличная победа. Переходим на следующий этап, а я пока улучшу своих недогероев. Так, ну, так, по чуть-чуть хотя бы, чтобы приблизить их к одинаковому уровню. Не хватает, не хватает. Конечно, не хватает, блин. 6 героев, да на всех надо вот эти камни. Где же их наберут? Пошли в бой. Я бы мог, между прочим, улучшить пару уровней кенгуру. Что было бы гораздо лучше. Так, а у них тут какая-то лихорадка. Что-то им всем явно поплохело. Они все посинели. То ли это зомби, то ли это тролли. Я, если честно, затрудняюсь дать ответ. Но, тем не менее, динозаврика мы потеряли. Кенгуру выстаивает. Он ассасин, у него хорошая уродливость. И поэтому по нему мало кто попадает, если честно. А если попадает, то дамаг, как вы видите, небольшой. А у него хук справа, как вы видите, фирменные двоечки. И никто ему не сможет противостоять. Нету равных для него. Особенно, когда он 20-го, а не 13-го уровня. Так, отлично. Сбиваем двух шаманов. Осталось еще два. Точнее, уже один.
И это, я бы даже сказал, легкая победа. Потеря одного бойца, такое, если честно. Хорошо, 540 камней. Отличненько, я забираю. Проходим офлайн следующий этапчик. Ладно, посмотрим, что мы выбили по вещам. Так интересного, возможно. Да, здесь можно сделать замены, мы их делаем. И это хорошо. Так, лучше вещи поставил сюда. Хуже сюда. Даже сюда есть пару хреновых шмоток. Ну и Дина, как обычно, остается в пролете. Немного до него не доходят руки. И мы его никак не улучшим. Давайте здесь поднимем на пару уровней. Ну и здесь на пару уровней. Хорошо. Даже динозаврику один уровень смогу поднять. Мне не жалко. Прошли этапчик. Дальше 2-4. Поехали. Посмотрим, что мы можем встретить здесь. Что-то здесь пошло не так. Яйцеголовые рапторы. И два... Не знаю, каких ноунеймов, каких-то динозавров. Я таких героев просто еще не выбил, поэтому дать им имя сам-то я, конечно, могу, но оно вряд ли вам понравится. Хорошо, смотрим за боем. Я уже жду, когда у меня будет 40-й уровень, чтобы я мог тут иксы повысить, понимаешь? Потому что випку я не покупаю випку в играх. Ух ты! Мы потеряли кенгуру, и это впервые... За все наше время. Сейчас мы можем потерять Овечкина. И я не хочу это сделать. Так, и мы его теряем. Черт возьми, а вот сейчас я, наверное, напрягаюсь, да? Фух. Да убейте, вы можете добить динозавра. Боже мой. Неужели это слеп? Они должны затащить 2 на 1. 14 и 11 уровень. 1 в 1, 2 14. 14 против 14. Кто же кого? Толстопузая жаба или же яйцеголовый Дина? Нет, там же остался один удар. Черт возьми, это первое мое поражение. Мне больно это говорить, но это плохо, если вы понимаете, о чем я. Так, пакет усилений. Благо мне прилетело 2000. Хорошо, спасибо большое. Мы кинем немного сюда. Я, наверное, кину много сюда. Ну, как много? Вот так вот. И немного сюда. Это, конечно, хардкор. Это было первое поражение. И мне жаль, что вы его увидели. Все, возвращаемся обратно. Сейчас кенгуру разорвет им задницы. И покажет, кто тут папка. Вообще охренеть. Кто хрен? Я, если честно, шокирован данным событием. У меня на глазах сейчас наворачиваются слезы, потому что впервые в игре я потерпел поражение. Этого не должно было случиться, понимаете, друзья? Это всего лишь этап 2-4, о каком поражении может идти речь? Но, к сожалению, к моему сожалению, это все-таки случилось. И сейчас я должен дать годный реванш. Я опять потерял кенгуру, и знаете, я опять начинаю напрягаться. Если сейчас произойдет то же самое... Если они не станут добивать динозавров, у которых мало хп, твою мать, он стоит посередине. О май гад. Как бы это ни закончилось плохо. Я потерял Овечкина. Не, это победа, конечно, но я не потяну следующий этап. 2-5 я никак не осилю, если все будет происходить именно так, как вы сейчас видите. Потому что это очень плохо. Убиваем, хорошо. Фу, это отличный камбэк. Так, тихо. Поставим переход на следующую. Соберем офлайн лут. Так, немного у меня есть камней. 770 всего. Я даже не знаю ее. Не знаю, что мне делать, понимаете? Мне нужны новые герои. Этому городу нужны новые герои, которые придут и спасут нас. Так, хорошо, давайте обувку сюда поставим получше. Сюда поставим обувку чуть-чуть хуже. А здесь все остается, сюда хотя бы какую-то обувку поставим, сюда, как обычно, ничего не хватило. Так, я могу улучшить этого героя всего на один уровень, к сожалению, но тем не менее. Так, итого 23, 20, 17, 15 и 12, 12. 15, 12, 12 сейчас будут очень сильно проседать. Соответственно, я делать должен убор лишь на двух героев. Так. 27 и 9к. Блин, у меня и золото кончается, и камни закончились. Это плохо. Посмотрим, что мы сможем делать с таким упором.
Так, три 15 уровня. А, ну, благо, тогда мы это осилим, потому что у меня есть 23, 20, 17 и даже 1 15. Поэтому я думаю, это будет победа, несмотря на то, что вот эта тянка с рогами на голове очень сильно похожа на босса. Так ли это, не знаю, сейчас будем смотреть. У него очень крутой топор. У него очень больный дамаг, как вы видите. Мы должны ее слить за следующую атаку, если она не сольет раньше кенгуру. Так, отлично, мы ее добиваем. И вот этот этап даже нам дается легче, чем предыдущий, как вы видите. Хорошо, победа. Фух, ебой. Переходим к следующей. Да, мне кажется, это был все-таки босс, потому что, смотрим, на остальных этапах не было выделено героя, а на этом выделены герой. И точно так же будет на 2.10. На 2.10 мы с ним снова встретимся. Хорошо, повышаем до 20-го. Нет, повышаем до 18-го. Здесь было 16-го. Ну и тут, как обычно, вы понимаете, да? Окей, пошли в битву. Давайте посмотрим, что будет здесь. Здесь будет 6 героев, да, совершенно верно. 6 героев по 16 уровню, и, соответственно, вот этот этап уже сложнее. И, в принципе, у меня 3 героя превосходят по уровню, а 2 героя уступают. Давайте посмотрим, чья возьмет. Работает ли такая схема против NPC-шек, и сможем ли мы их убить? Потому что 23, 20, 18... 1.16 такого же уровня, как и уровень врагов. И два динозаврика по 12-му, естественно, уступают. Так, мы потеряли динозавра, мы теряем и кенгурушку. Да, мы потеряли кенгуру. Но мы уже сумели снести трех вражеских героев. Соответственно, мы лидируем на одного героя. Посмотрим, как будут обстоять дела дальше и сможем ли мы справиться. Так, свина сносим. Хорошо, да, это победа. Пока что эта схема работает. Но если все правильно считать, то дальше уровень у героев пойдет уже в 18-й. А тогда я уже буду проигрывать тремя героями, понимаете? И дамаг будет летать больше, и мне кажется, надо повышать сейчас уровень. И уровень нужно, наверное, повышать динозаврикам. Хотя бы до 16-го потянуть его. Иначе мы в жопе. Так, проходим. Смотрим героев. Там что-то выбил новое. Здесь слабее, здесь слабее. Здесь можно заменить оружие. Ой, вот так вот. Сори. Так, здесь все. Здесь все. И здесь можно поставить ему хотя бы посох. Хотя бы. Ну а что делать-то? Давайте улучшим вот этого динозавра. Так, я улучшил его до 16 уровня, как и планировал. Хорошо. Здесь всего до 13 и... Посмотрим, сможем ли мы пройти этап 2.7. Так, здесь у нас странный чувак со змеями на руках. Посмотрим. Кстати, прорисовка у него бомбезная, мне очень нравится. Это, наверное, самый необычный, самый красивый герой, которого мы встречали. И меня радует то, что уровень мобов 17, а не 18. Значит, увеличение идет по одному уровню, а не по 2. Для меня это, конечно же, уже плюсик. И надеюсь, мы сможем выфармиться. Хорошо, убили одного со змеем, убили второго со змеем. Потеряли только одного динозаврика 16 уровня. Пока что все хорошо. Отличный крит от нашего кенгурушки на 1000 хп. Это просто великолепно. Он уворачивается от одного из ударов. Так, убиваем четвертого моба. И, знаете, этот этап опять-таки получается легче, чем предыдущий. А все потому, что здесь нету массовых мобов, которые кастуют сразу по всем. Отличная победа. Я даже, наверное, не буду ничего улучшать в следующий раз. Хорошо, у нас выполнена какая-то миссия. Да, отлично. Давайте соберем награды за миссии. Почему нет? Я не против. 20 кристаллов. Так, 7000 камней и еще 7000 камней. Отлично. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы хорошо улучшиться. Пошли во вкладочку героям, прокачаем, блин, да, нет, давайте хотя бы на 20 категорий прокачаем, это будет неплохо. Поставим ему самый топовый шмот, который у нас есть. Здесь ничего нельзя поменять, все и так неплохо стоит, хорошо. Здесь меняем шмотки, и здесь мы можем поставить броню, потому что он играл без брони, и это было заметно. Давайте улучшим барашку.
Я думаю, до 24 будет нормально. Здесь я смогу до 19 уровня, и дальше у меня закончились деньги. Все. Мы теперь просили еще и по деньгам. Хорошо, проходим следующий этап, соберем монетки. Ну, плюс 1458, неплохо. Кстати говоря, мне кажется, я смогу улучшить его на еще минуту. Да? Да, как раз, отлично, 20-й. Ну что, в итоге у нас все не так плохо получается. Поехали, файтанем. Так, что у нас получается по уровню? Против нас 18-й мартышки. Кстати говоря, это будет больно. Но у нас 25-й, 24-й, 20-й. И эта тройка основная на самом-то деле, ребят. Все остальные, ну, то есть мы на них уже не обращаем внимания. У нас есть основная тройка, которую мы вкачиваем. Да, шамана мы немного подтаскиваем, но он однозвездочный. И при хорошей возможности он отправится в топы на расщепление фрагмента. Хорошо, смотрим, что у нас тут получится. Мы снесли двух мартышек. Кенгуру держит удар. Критует по мартышке, убивает ее. Хорошо. Ну, это тоже будет легкая победа. На следующий этап даже ничего не буду улучшать. И перед финалом босса посмотрим, будем улучшаться или нет. Если мы не так заработаем, конечно, то почему бы и не улучшиться? Добиваем последнего. Опять крит. Почему-то очень люто начала критовать у меня кенгурушка. Не знаю, с чем это связано. Так, переходим на этап 2.9. По-моему, я выбил новую вещь. Так, хорошо, маска. Здесь я могу что-то добавить. Да, здесь можно добавить. А здесь, естественно, заменяем тогда вещи. Здесь добавляем новую. Ну, сюда не хватило ничего. Пока что не так много артефактов, поэтому все нормально. Хорошо, забираем куртку, отправляемся в бой. Этапчик 2.9, ребятки, напоминаю. Уже с... Ух ты! Охренно круто выглядит носорог. Очень круто, но не так круто, как чел с змеями на руках, потому что как-то тут все очень громоздко выглядит и плохо разглядеть что-либо. Так, одну крысу шамана мы убили, или не шаман, скорее всего ассасин класс, потому что с нунчаками должен быть более-менее уворотливым. А носороги класс танки и... Тыквочки у нас, естественно, шаманы. Вы видите, они бросают фаерболы. А мы с легкостью справляемся с тыквами, убиваем ассасинов и переходим к танкам. Тем ребятам, у кого самое большее количество хп, но самый маленький урон. Поэтому, как вы видите, никакой угрозы к нам и быть не может. Хорошо, забираем материалы. Переходим на этапчик 2.10. Здесь у нас уже будет босс. Я вижу какого-то пирата-динозавра. Знаете, мне не терпится. Хочу посмотреть. Давайте заменим вещь. Так, мы нашли новые боты. Красные. Отлично. Здесь тоже поставим ботиночки. Здесь заменяем. Заменяем, заменяем, заменяем. Здесь ставим боты и заменяем. И даже сюда мы наконец-то поставили первую броню. Хорошо. Пожелайте мне удачи. Финальный босс. Посмотрим на него. Так, финальный босс, 20 уровень. Я даже начал сомневаться. Может быть, надо было все-таки подогнать под 20 уровень всех. Посмотрим. Исключением есть у меня это два динозавра. Они очень сильно отстают, конечно же, не дотягивают. Будем смотреть, нужно будет ли улучшаться, если в этом необходимость. Но я уже сейчас вижу, что мы очень сильно просели. Посмотрим, какой дамаг будет влетать, будут ли криты. Потому что именно критический удар может поменять ход игры. Пока что убиваем воинов. Хорошо, дальше на кого мы переключимся, сейчас посмотрим. Меня кто-то кинул в оцепенение. Отличный крит, полностью сбиваем фулового мага. Он же как раз таки бросает оцепенение. И остается босс, который тоже довольно больно критует. И у него очень много хп. А я теряю кенгуру, и мой шаман хилится. Но хил совершенно тут уже бесполезен, мне кажется. Да, это слив. Нужно подгонять до 20 уровня всех. Это поражение. Хорошо, давайте посмотрим, что я могу сделать. Шамана... подогнал до 21 даже уровня. Немножко переборщил, у меня закончились деньги. Это очень плохо. Давайте соберем офлайн лут. Так, 1700. Хорошо. Так, погодите, это все мне пока что не нужно. 1700. Я здесь, наверное, тогда лучше улучшу. Больше будет профита. Хорошо, отправляемся. Давайте посмотрим, теперь ли смогу я одолеть его. В принципе, немного все изменилось.
Что мы видим теперь, ребятки? Кенгуру 25-го, козий шаман 24-го, петушиный шаман 21-го, жаба переросток 20-го уровня. Ну и динозавры у нас остаются самым слабым звеном, их убивают первыми, естественно. На кенгуру опять цепляют оцепенение. Давай, выходи, отлично, он вышел с оцепенения. Отправляемся дальше в атаку. А нужен крит. И нужно убивать. Хорошо. Следующая ведьма. Нужен опять-таки крит. Они нас морозят. Они очень сильно стопают. И этот бой будет еще хуже, да. Это еще хуже боевочка. И тут мы показываем еще хуже результат. Это очень плохо, ребятки. Очередное поражение. Надо что-то подумать и изменить в этом всем. Потому что мы проигрываем очень жестко. Так, ребятки, я немного схитрил, я остановил запись, немножко подпотел, выбил нового героя, драчуна 4-звездочного. Выглядит он круто, он сидит на кабальске, и это реально классно. Я его выкачал уже до 10 уровня, и дальше давайте вместе с вами выкачаем его, ну, на максимум, настолько, насколько хватит. Так, я выкачал его тоже на 25 уровень, я думаю, имея двух героев 25 уровня, мы теперь-то должны пройти этот этапчик. Этап 2.10 будет теперь точно моим. Я убираю одного из динозавриков. Так, я убрал 17 уровень. Давайте выставим драчуна и... Стоп, обратно. И 17-уровневого этого дракончика-то. Погнали, вперед! Сейчас посмотрим, на что способен драчун. Натя, выпустите 180 дамага. Не особо большой дамаг, правда у него шмот на порядок хуже, чем у кенгурушки. Я вам так сразу говорю. Так, он что, сразу двоих бьет? Что-то я немного не понял. По-моему, он только что кастанул на двоих сразу. Надо еще раз посмотреть. Вот сейчас один был. Перед этим, по-моему, каст был сразу на двух героев, это тогда очень круто. Так, ослабленный урон идет по драчуну. Так, и от нас тоже ослабленный урон. Так... Ну вот теперь это победа, ребят. Да, вот, пожалуйста, кастует на двоих. Отлично. То есть через определенное количество обычных ударов он делает каст на двух героев. И этот каст в два раза сильнее, чем обычные его удары. Великолепно. Меня это устраивает, если честно. И это победа, ребятки. Мы наконец-то прошли этапчик 2.10. И для этого нам всего лишь понадобился герой 25 уровня. Черт возьми, как-то нечестно. Ну и мы, конечно же, с вами перешли к третьей главе, которая называется «Ледники Севера», которую вы увидите уже в следующих выпусках. Всем спасибо, друзья. До скорых встреч. Пока-пока.